Как говорится, угнал прямо из-под носа. Сделать это было несложно. Автомобиль стоял во дворе без сигнализации. Хозяин, обнаружив пропажу, сразу же обратился в полицию. Через 2 часа машину вместе с угонщиком нашли. Водитель данного автомобиля не попытался скрыться. При проверке документов, то есть водитель еле стоял на ногах. То есть у него были явные признаки алкогольного опьянения. То есть у него запах алкоголя стоял. На вопрос, где документы и чей автомобиль, он пояснил, что угнал его у соседа. Молодой человек признался, что несколько лет назад он уже подпортил свою репутацию, сев за руль в нетрезвом виде. Тогда его задержали на 3 суток. На этот раз молодой человек пробудет в изоляторе временного содержания неделю.